И, конечно, не могу не сказать о завершении 4-летней программы газификации нашей области. За 3 предыдущих года мы построили 638 километров газораспределительных сетей. А в 2017 году средства из областного бюджета выделялись только на социальную поддержку граждан, нуждающихся в газе. Само строительство шло полностью за счет небюджетных инвестиций. Планируемый результат этого года еще 335 километров сетей, то есть более половины от всего ранее созданного объема. Это не просто успех, это прорыв. Закономерно, что тюменская модель признана лучшей практикой региональной газификации в Российской Федерации.